Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы 2019» объявляется открытой! Ура! Рио-де-Жанейро! Я еще есть информация, что сегодня у нас один из участников Тур де Франс. Абсолютно верно, на самом деле, не просто Тур де Франс, но сегодня под номером один. Сейчас вы поймите, хорошим традиционный год, он же является в городе Омске, на первенстве России. Итак, а у нас на самом деле вообще танц, мы немножко пропустили, но пожелаем удачи всем спортсменам. Итак, будьте предельно внимательны. Никто, пожалуйста. Отправляются спортсмены на дистанцию. Yeah.
куда-то не зайдет. Следующие столы!